Приветствую вас, друзья! Я Дмитрий Ишанькин, чемпион мира по фитнесу и тренер. Сегодня я покажу тренировку для тех, у кого совсем нет времени на тренировки. Не ищите отговорки, ищите возможности. И сейчас три упражнения, которые вы можете выполнять как боксерский раунд. 3 минуты. Одно упражнение минутка, второе минутка, третье минута отдыха. Если у вас есть 12 минут, делайте 3 подхода. Если есть чуть больше времени, делайте просто больше раундов. Итак, для первого движения нам понадобится медбол. Выбирайте мяч весом 2, 3, 4 или 5 килограммов в зависимости от своей подготовки. Еще есть такая небольшая хитрость, это таймер. У меня есть специальный такой боксерский, называется боксинг раунд. Выбираем минуту работы, минуты отдыха. Итак, время. Пошло первое движение. В первом упражнении мы должны сделать шаг вперед, потянуться за мячом. Вернулись в исходную позицию, шаг назад и снова оттяжка. Раз, два, три, четыре. 30 секунд на правую ногу, 30 секунд на левую. В этом упражнении работают широчайшие мышцы, ягодицы, мышцы бедра и голени. А также вам приходится держать равновесие, развивается координация. В следующем движении будем работать над мышцами кора. Упор лежа. Делаете левой ногой шаг влево. Переносите руку. Такая обратная планка. Потом возвращаетесь в исходное положение. Снова обратная планка. Упор лежа. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Контролируйте положение. Пресс все время зажат, ягодицы в тонусе, бедра напряжены. Правой ногой вправо, упор, разворот. Переносите вес. Можно добавить небольшие отжимания. Отработали минутку. В следующем упражнении будете тренировать мышцы груди, верхнюю часть спины и почувствуете плечи. Это отжимание в комплексе с подъемом верхней части туловища. Вот так, всего 3 минуты, 3 упражнения позволят проработать мышцы всего вашего тела. Если у вас достаточно времени, сделайте 5 раундов, и это будет прекрасная тренировка и для жиросжигания, и для тонуса ваших мышц. Будьте здоровы и счастливы, занимайтесь спортом, правильно питайтесь, вовремя ложитесь спать. Удачи!